Привет, народ! Едем на подводную охоту после рабочего дня трудового. То вот таким вот образом хочу просто показать. Сегодня хочу проверить, просто сегодня получил эти фонарики на тесты. Хочу проверить, как будет светить вот этот фонарь. Вот таким вот образом он светит. Видно, нет? О, вот так, наверное, будет видно, да? То есть пятнышко тоненькое, маленькое, и свет очень-очень желтый. То есть сейчас водичка уже такая более мутная, уже пошли дожди, кое-где сверху лед тает, и такой мутняк уже пошел. То есть Феникс ТК-51 уже он так, знаете, то есть он белым сильно светит, и вот получается такое ощущение, как будто, ну, кто ездил в туман и пробовал включить дальний, вдруг поможет, то видел, как молоко такое становится, ничего не видно. Ну и второй фонарик тоже налобничек, вот такой вот. Вот так вот светит на 1010 люмен. Обалденно. Ну, я думаю, вот этого вот аккумулятора должно хватить не то, что на одну рыбалку, а рыбалки на 3-4 как минимум. Потому что, ну, реально бомба. Ну, сравниваете, да? 2А аккумулятор. У меня сажается 2 штуки, я сажаю за рыбалку. Здесь получается один аккумулятор, ну хватит, я думаю, штуки на 3. То есть вот этого света в принципе достаточно. То есть сейчас здесь, я не знаю, люмен 50, вот около того. Этого достаточно, чтобы что-то увидеть вот так вот. То есть, ну, в принципе, за глаза. Переодеться, раздеться, снять, одеть костюм и все остальное. То вот сейчас как бы зарядил батарейку сюда, поставил Keep Power 3400. И хочу не заряжать. Аккумулятор пока не сядет. Посмотреть, насколько вот подводных охот мне хватит. Одеться, зайти в воду. В воде опять же с ним я вот таким вот образом поступаю. То есть фонарик просто бросаю вот сюда на шею. И он у меня здесь на шее. То есть я рыбку пострелил, включил фонарь. Я вижу рыбку, я вижу кукан. Посадил на кукан, зарядил ружье. Потом выключил и поплыл дальше. Он мне не мешает абсолютно. Тем более это все в костюме будет. В принципе, все. Поехали. Thank you.
общем, продолжаем. Фонарик у меня сел, где-то я не знаю, сколько он проработал даже. Час, может, час с чем-то, может, час 10, час 20. Потом посмотрю по записям, во сколько он сел, скажу точно. Но сейчас вот беру второй фонарь, Феникс. Все-таки Феникса хватает часа на 4, на 5. Ну, как бы, и для глаза он все-таки приятнее. То есть намного лучше видно под водой. Ну, сейчас сами все увидите. Сейчас покажу дальше. Сравним потом картинку ту и эту.
В общем, вот такая у нас сегодня охота. Вот такая вот щучка у меня сегодня. Красавица. Попалась такая хорошая. Трешечка где-то, да? Угу. Где-то на трешечку. Ну, в принципе, вот такая вот охота. Вот такой вот лящик. Ну, лящик был не один, лящиков было штук 5, такая стайка вышла. Я пытался, конечно, чтобы двоих одним сразу выстрелом на гарпун поймать, но хлопнул только одного. Ну, лящик такой, на сосулочку. Зачетный лящ. То, что надо, в общем. Ну, в общем, вот так вот. Карасики хорошенькие такие. Ну, вот так вот, в принципе. Вы так поохотили. Что хочу сказать по фонарю? Фонарь умер. Вот тот, который длинный, труба. Барракуда. Фонарь умер где-то через часа полтора, наверное. Просто выключился сразу и все, и уже не включался. Я вернулся, вышел на берег, взял Феникс ТК-51 и с ним уже дальше охотился. Вот эту щучку я уже взял с этим фонарем. Особенность какая? Тот фонарь имеет более желтый свет, пробивает он дальше, но у него хотспот боковой, вот эта боковая засветка, она лучше, но в воде это мешает. В воде это мешает, поэтому этот фонарь мне в воде нравится больше. И вот щучья чешуя от этого фонаря отражается лучше. Вот такой вот парадокс. От того желтый свет и чешуя не так отражается и бьет в глаза. А здесь я плыву только раз, щелк, сразу мне, знаете, вот как катафот ночью, велосипедисты когда едут, отражаются и сразу водитель видит. Вот точно так щуку очень хорошо видно на этом фонаре. В принципе, все. Пока-пока. Увидимся.